Город без машин. На целый час центральные улицы областного центра заполнили велосипедисты. Обладатели двухколесного транспорта торжественно открыли сезон. Стартовали спортсмены с бульвара Кокуй. На самом деле, многие велосипедисты велосезон даже не закрывают. И даже зимой, на протяжении там всей зимы, осени, на специальных покрышках, шинах и экипировке катаются и на работу, и отдыхают. Вот. Но, тем не менее, очень много зависит от погоды. Бывает, что у нас и в мае, и в июне чуть ли снег не идет. А бывает, когда жаркий апрель, и, естественно, люди больше и больше начинают выезжать на своих байках, чтобы получать удовольствие. В этом году погода участников пробега все-таки немного разогнала. На старт вышли 500 велосипедистов, чуть меньше, чем в прошлом году. В колонне самые стойкие, те, для кого езда на велосипеде – стиль жизни. Это для того, чтобы всем встретиться с друзьями, потому что многие не общаются в межсезонье, когда зима, а только летом, когда уже на улице тепло и можно покатать на велике. И это способ выйти на улицу, встретить старых друзей, пообщаться и заново начать покатушки ночные, дневные. В заезде участвуют и профессионалы, и любители, и те, кто двухколесного друга приобрел недавно. Возраст участников тоже разный. Вместе со взрослыми стартовали малыши. Наряду с молодежью ехали пожилые люди. Велосипедисты выдвигались большими компаниями, семьями и спортивными парами. Велосипед нас познакомил, соединил и, наверное, оставит вместе навсегда. Мы знаем точно, что велосипедистов очень много и даже больше, чем здесь. И велосипед – это не только вид транспорта, это образ жизни. Главная цель заезда – встретиться всем вместе и показать масштабы велодвижения в городе. И, конечно, напомнить о себе, о том, что велосипедист – такой же полноправный участник дорожного движения. Ну, по пустым дорогам, конечно, ездить лучше. И я обычно езжу по тротуару, не по дорогам. А почему по тротуару? Ну, потому что у нас велосипедных дорожек в городе мало, а по проезжей части опасно ездить. Как бы я боюсь. За время заезда участники преодолели около 6 километров. В этом году летний сезон для велосипедистов считается официально открытым. Кроме того, в текущем году, согласно проектам, любители двухколесного транспорта смогут прокатиться на трех новых велодорожках. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.